Привет, друзья! С вами Сергей Котляров на Ютубе. Вот он, Ютуб. И сейчас мы вам расскажем, если вы сняли ролик и хотите на этот ролик наложить музыку. Свой ролик вы сняли, хотите на него наложить понравившуюся вам музыку. Как это сделать? Вот сейчас мы вам будем потихоньку рассказывать. Всем привет! Вот Богдан сейчас будет вам показывать. Заходим в YouTube. И вот высветилась главная страница YouTube. Вот тут у вас есть мой канал слева. Высветилась ваша вкладка, на которой вы зарегистрированы. Вот все видео наши. Вот все видео. Вверху у вас есть подписчики, просмотры и менеджер видео. Нажимаем на менеджер видео. Вот все видео. Вот тут у вас внизу есть прямые трансляции, сообщество, канал. Внизу есть создать. Вот камера такая вот нарисованная у вас. Нажимаем на создать. У вас открылась вот такая вот вкладочка. Возле там, где создать, у вас есть вот внизу написано видеоредактор. Вот, нажимаем на видеоредактор. У вас открылась вот еще одна такая вот вкладка. Вот наши все видео, которые мы выложили. Вот они все. Здесь у вас есть вот видео, камера, музыка. Какие-то знаки непонятные. Но тоже принадлежащие для видео. Вот берем видео, на которое вы хотите накладывать музыку. Например, вот. Перетаскиваем сюда. Вот видите, написано. Перетащите видео сюда. Вот мы его сюда, вот в центр перетаскиваем. Видео перетащилось. Внизу у вас есть. Перетащите аудио сюда. Нажимаем сюда. Нажали. И вот вверху у вас нарисован такой вот ключик музыкальный. Вот нажимаем на него. У нас есть вот всякие песни. Но предлагаемые. На данный момент свою музыку нельзя закладывать, потому что, ну, отменили, не знаю. А вот у вас есть написано жанр. Вот нажимаем на жанр, и все жанры, вот они у вас есть. Авангард, акустика, альтернатива, ну, и панк, да. Выбираем любую для себя жанр и берем любую музыку. Ну, возьмем, например, эту. Перетаскиваем сюда, там, где написано «Перетащите аудио сюда». Все. Видео и музыка у вас ну, я ее перенес. Теперь у вас в правом углу написано вот «Создать видео». Мы нажимаем «Создать видео». Идет обработка. Идет обработка, да. Вот, подождите немного, видео еще не обработано. После того, как видео обработано, оно будет выложено у вас на главной странице в YouTube. Ну, в своем канале. Вот так вот. Обращайтесь, подписывайтесь на наш канал Сергей Котляров в YouTube, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь, а то и так. Ну, вот так вот, друзья. Всего вам доброго. Пока-пока.